днем ангела, дорогие именинники! Если ночью в тихую ясную погоду смотреть на небо, то можно долго, не отрываясь, любоваться бездонной глубиной космоса и мерцанием бесчисленных звезд. Об этом зрелище написал стихи Ломоносов, говоря: «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Самым главным украшением небосвода будет так называемый Млечный Путь, или наша галактика, в хвостике которой притаилась Солнечная система. Млечный Путь и галактика – это слова-синонимы, поскольку Млечный – это и есть Галактикус. Мы сегодня расскажем о святом, носившем имя Галактион, то есть Молочный. В III веке нашей эры в городе Эмесе Финикийском жила благочестивая семья – Клитофон и Левкиппия, так звали супругов. Они были богаты и знатны, но бездетны. Бездетность всегда была большим бичом для людей, в древнее время особенно остро переживалась. В это время были гонения на христиан, супруги не были христианами. Они были по-своему благочестивы, однако не просвещены истинной верой. В этом же городе, скрываясь под рубищем нищего, ходил от дома к дому, собирая милостыню, некий старец по имени Ануфрий. Там, где он чувствовал сердцем, что люди способны принять евангельские слова, он проповедовал и тайно учил. Однажды, принимая милостыню от Левкиппии, он увидал, что женщина грустна. Он выведал у нее причину скорби и постепенно в разговоре начал рассказывать ей о истинном Боге, о его всесилии, о возможности обратиться к нему с просьбой и убедил ее принять веру. Левкиппия уверовала и крестилась, вскоре зачала. Она таилась долго и потом лишь через несколько месяцев сказала мужу, что она христианка и у них будет сын. Ей было в видении явлено, что сын будет особого рода подвижником. Когда юноша, мальчик родился, они любили, он был красив видом. До 24 лет жил в родительском доме, потом ему подыскали невесту. Ею стала некая тоже знатная, красивая собой девушка Епистимия. По промыслу Божию брак несколько отложился, и получившийся зазор по времени Галактион использовал для научения своей невесты вере. Он часто проповедовал и рассказывал, беседовал с ней, в конце концов склонил ее сердце к вере во Христа и сам ее крестил. Вместе с ней крестил одного из ее рабов. Эти молодые люди не познали друг друга в супружеском союзе. Их брак был духовным, совершенно лишенным какого-то такого телесного составляющего компонента. И они были просто брат с сестрой. Оба в вере и молитве пребывали вместе, как монахи, посвященные Богу. Впоследствии вместе им пришлось и пострадать. За Христа их замучили. И перед этим мучением Епистимии было видение, что она и ее духовный супруг Галактион, одетые в царскую одежду, с венцами на голове, стоят в каком-то дивном храме. Это было за несколько дней до страдания. Мы часто говорим о том, что святые похожи на звездочки. Когда мы не видим солнца, подобно мореплавателям, мы меряем свой путь по звездам, то есть по житиям святых. Святые радуют наше сердце своим кротким мерцанием и украшают церковное небо. Сегодня мы рассказали еще о двух из них. Будем же с вами, дорогие христиане, почаще обращаться к житиям святых, для того, чтобы из них черпать для сердца и утешение, и силу, и радость. Сегодня, кроме Галактиона и Епистимии, именинниками являются Иона, Гавриил, Ерм и Григорий. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.